средство от тысячи бед. На дороге у самого края ждать покорно блуждающий свет, развозящего полночь трамвая, запечатано словно в янтарь я. Письмо, но на тысячу лет не найти моего почтальона, и без адреса старый конверт, жестяная коробка вагона. Зажигаются окна в домах, чей-то мир доброты и уюта я устала любить на словах, отрекаясь от каждой минуты. Что теперь суждено мне лечиться ночными огнями? Не гони меня. Чье-то окно улыбнулось родными глазами. Не гони от того, что всегда мне теперь без тебя одиноко. Ты в чужие дома и года. Не гони меня, город, до срока. Слушать ли мне ночную работу, и тебя у меня украдет, точно так же, как я у кого-то. Но, устав от ошибок и краж, пусть он скажет за мной, повторяя: жизнь моя, как осенний пейзаж, за окошком ночного трамвая. Большое спасибо!